Привет, друзья! Те, кто с нами давно, знают, что я просто обожаю слушать музыку и никогда не расстаюсь со своими наушниками. Я перепробовал много вариантов и остановился на затычках арматурного типа. Серега, кстати, тоже адепт арматуры. Что в ней такого хорошего? Ну, во-первых, арматурные наушники маленькие, по размеру сопоставимы с обычными динамическими затычками. Удобно таскать с собой, можно сложить в карман джинсов, если это нужно. На мой вкус они звучат отлично, но о вкусах не спорят, и то, что нравится мне, может не понравиться вам. Есть же люди, которым нравится звучание наушников в серии «Понты дороже денег». И ничего, живут, ходят по улицам, дышат с нами одним воздухом. Но если вам нравится именно дизайнерский шлак, то это видео точно для вас. Мы тут будем говорить о звуке, а не о понтах. Итак, сегодня по плану у нас тест двух моделей от Weston и немного теории. Обе модели стоят каких-то заоблачных денег, и можно ли найти в том свою логику? Можно. Есть люди, которые любят игры и покупают себе топовые видеокарты. Есть люди, которые любят кино и покупают себе топовые проекторы. И есть люди, которые любят музыку и покупают себе дорогие наушники. Сразу скажу, что после определенного ценового порога разница в наушниках лишь в нюансах. И за нюансы ценители и платят. Что касается аудиофилов, то аудиофил — это не обязательно обеспеченный человек. Полным-полно моих единомышленников, которые ходят в одних портках всю жизнь и при этом копят на дорогущие наушники, усилитель и колонки. Именно поэтому, кстати, я раньше снимался в одной и той же вот этой рубашке. Копил на колонке, а музыку слушал в наушниках. Лично у меня арматурные наушники гораздо проще и дешевле, чем вот эти вот Вестоны. И топовый Weston для меня — это что-то на уровне фантастики. Это Mercedes от AMG, это пара 1080 Ti в SLI, это топ, без всяких но. Сам бренд в музыке играет огромную роль. Не название, конечно, а подход к производству. Две разных фирмы из одних и тех же компонентов могут собрать пару систем. Одна будет звучать просто замечательно, а другая, ну так, ничего особенного. И это происходит повсеместно. Просто звук — это та сфера, в которой инженерные знания и точный расчет всегда должны сочетаться с умением слушать и подстраивать звук как нужно. Можно просто собрать в компоненты все компоненты в красивом корпусе, но слушать это не захочется. А возьмешь другие наушники, послушаешь песню, две, и вот ты уже переслушиваешь всю свою аудиотеку. Аж до чего круто играешь, чертяки. На самом деле, во многих композициях от реально крутой групп с правильным сведением есть немало, ну скажем так, закладок. Ты можешь 100 раз послушать песни и не обратить внимания на такую закладку вообще. А слушаешь вот на таких наушниках и понимаешь, что там вокалист не просто что-то там нашептывает, он с кем-то перешептывается и вполне по делу. Или добавит noise составляющую, которую на обычных ушах почти не слышно. А тут ты понимаешь, что это тоже гитара. Вот тут он дергает струну, тут подходит к колонке, собирает наводку. И это звучит просто настолько чисто, детально и очевидно, что ты не понимаешь, как не замечал этого раньше. На ушах попроще будет слышно и то, и другое, но как-то плоско, бледно. Если ты не знаком, что это, и толком непонятно будет. А тут слышны все компоненты композиции, вся ее картина целиком. А еще появляется объем. Хорошая арматура, как Weston W60 или 80, правильно выстраивает звуковую панораму не внутри головы, а как бы перед тобой. Получаем VR-шлем только для звука. И тут есть отличие от хороших классических наушников. Арматурные наушники с хорошо продуманной эргономичностью через некоторое время становятся просто незаметно. Если вы, конечно, не решите натянуть шапку на уши, под шапку арматуру носить может быть неудобно. Но нельзя сразу для всех сделать на заводе идеальный продукт. У каждого человека свои особенности. И если ваше ухо выбивается из стандартов, можно заказать индивидуальные вставки. Известный вам бородач так и сделал на предприятии производства слуховых аппаратов. Вот чего нет у дешевых арматурных наушников, так это хорошего баса. А тут, на топовом Вестоне, прям каждый бах и каждый бум слышно четко и ясно. И опять же, очень детально. Ты слышишь, что это за инструмент, ты понимаешь, как извлекался звук. Да что там, ты сам стоишь у сцены, стоит лишь закрыть глаза. Weston вообще очень крутые спецы по звуку, это не универсальный производитель электроники, который делает все от кофеварок до кондиционеров. И вот если что-то не заладится с наушниками, можно прожить годик-другой на продаже другой техники. Вот это недостаточно хардкорно для Weston. Weston — это компания, которая существует более 50 лет и занимается только ушами. Наушниками и еще раз наушниками. Для прослушивания музыки, для мониторинга на сцене для музыкантов еще есть слуховые аппараты, но суть та же. Везде используются арматурные излучатели. В традиционных динамиках электрический сигнал поступает на катушку и преобразуется в магнитное поле. Катушка, в свою очередь, находится в поле постоянного магнита, что вынуждает ее прийти в движение и толкать мембрану вперед и назад, как миниатюрный поршень. Мембрана заставляет колебаться воздух, и мы слышим звук. В арматуре тоже есть система магнитов и P-образная железка, на которой может воздействовать магнитное поле. Низ железки жестко фиксирован, а верх может колебаться. И вот к этой верхней части через специальную жердочку крепится металлическая мембрана.
мембрана находится на всей этой конструкции и, по сути, служит для нее верхней и внутренней стенкой. Есть еще внешняя стенка над ней, и когда в систему подается ток, железка колеблется в магнитном поле и заставляет колебаться мембрана. Мембрана заставляет колебаться в воздух тонкой прослойкой между стенкой, образованной мембраной, и внешними стенками над ней, и стенкой, которая сзади, и звук уходит наружу через один единственный звуковод. Это мое крайне упрощенное объяснение отличия работы арматуры и динамика. Если объяснил не совсем точно, вы меня, конечно, поправите в комментариях, но общая суть верна. У динамиков свои преимущества, и хороший дорогой динамик будет гораздо круче дешевой арматуры. У арматуры свои преимущества, и хорошая дорогая арматура, ну, на мой вкус, лучше любых динамиков и наушников. Но это, как правило, система из нескольких арматурных излучателей, или арматуры и динамика. Бывает и такое. В Weston модели W80 установили 8 арматурных излучателей для разных частот и связали их между собой трехполосным фильтром. По 2 излучателя на басы и средние частоты, и еще 4 на высокие. В модели W60 их 6, тоже в 3 полосы. Я очень люблю свои наушники, но в сравнении с ними на обеих моделях Weston звук полнее, сочнее, гораздо больше баса. И мне не нужно выкручивать громкость, чтобы получить максимум деталей, которые есть в композиции. Что касается отличий между W80 и W60, то у 80 больше излучателей, и сами наушники громче, и в то же время звучание в них полнее. И те, и другие наушники очень крутые, но W80 на мой вкус круче. Детализация выше, но больше всего мне нравятся басы. У W60 проработана имиджевая составляющая. В комплекте идут сменные накладки на наушники разных цветов. Вообще комплектация у обеих моделей очень хорошая. И те, и другие наушники поставляют со сменными кабелями, держатся на них довольно надежно, при этом отстегиваются одним уверенным движением. Это очень важно, арматурные наушники обычно сидят в ушах крепко, особенно с индивидуальными плагами. И если вы зацепитесь за что-то проводом, он расцепится и можно избежать травмы. Кроме этого, сами драйверы служат очень долго, если что-то выйдет из строя, то в первую очередь это будет провод. В комплекте сразу есть сменный кабель для подключения к телефону и кабель для плеера. У W60 комплектный кабель попроще, а вот у W80 кабель Allo Audio Reference 8. 8 проводов из посеребренной меди и монокристаллической меди для удовлетворения самого искушенного аудиофила. На чем слушать, решайте сами, но я сравнивал звук в этих наушниках при использовании разных плееров и нашего эталонного смартфона Boost 3 и пришел к выводу, что на дорогих наушниках разница явная. Чем лучше у вас плеер, тем полнее не раскроется. У нас есть тестовый Astelicare Nake 102, он мне показался лучшим выбором и для W60, и для W80. Из комплектных я рекомендую вот эти пенные амбушюры, но в целом для наушников такого класса можно раскошелиться на индивидуальные. В наушниках-затычках форма и тип амбушюр очень сильно влияют на качество звука и восприятие музыки, поэтому вопрос немаловажный. По собственным замерам Weston шумоизоляция с вот этими затычками до минус 35 дБ. Фоновый шум почти полностью прикрывается. Что же в итоге, несмотря на свои скромные габариты, Weston W80 и 60 оказались как раз такими замечательными, как я и рассчитывал. Отдельное удовольствие я получил от DSD оцифровок виниловых пластинок, ну и вообще от переслушивания своей аудиотеки, своих самых любимых альбомов. На наушниках именно такого уровня. Что касается новой модели W80, то Weston проделали огромную работу и сделали то, что было и так хорошо, еще лучше. Если вы знакомы с брендом, то вы меня понимаете. Если нет, то перед тем, как писать свою вечную рекламу, познакомьтесь хотя бы профильными форумами. А на сегодня все, друзья. Пока!